Какой-то призрак Келтузеда приперся сюда и усыпил так. Так, ну что ты с ним сделал, в общем? Чуть не убил. Естественно, колдунище этот быстрее бежит, сломя ноги, спасать Дагрена. Он просыпается. Спрашивает, как ты, чувак? Что со мной произошло? Один из некробатов, атаковавших форпост, оглушил тебя на некоторое время. Если бы не маги, с тебя бы убили. Значит, форпост уничтожен. Да, и насколько мне известно, нежить готовит атаку на этот город. Надо как-то его защитить. Дагрен, ты должен помочь мне защитить этот город. Мягкие знаки не расставляет автор. Я с радостью помогу тебе. Отлично. Спасибо за помощь. Потом поблагодаришь. Так, а где мой гоблин? Келтузед? Гоблин, прощай. Честно говоря, херовая способность. Херово сделано. Так, видно, наш гоблин пропал. С этим ничего уже не поделаешь. В общем, сейчас все как в Аосе, будут переться туда-сюда. В общем, что я предлагаю? Оставить? Не оставить? Я не знаю, что делать с Магисом. Ну, если мы идем с Магисом, придется делать все это очень-очень быстро. То есть мимо врагов пройдем. Нас атакуют. Черный маг, Герыч у них там. Вот это должно уцелеть. Думаю, за 5 минут мы успеем выполнить задание, и 5 минут они продержатся. Нас атакуют. Мои старые гости. Хотя бы продержатся 5 минут. Смелее, мой юный. Я верю в вас, чуваки, мочите их. Понял. Так, подай огоньку, Дагрен. Можем. С нами. Значит, можем улучшить, а можем и как бы кучка спецэффектов. Можем у Когру зайти. Ну, в принципе, вот нам по пути как раз только здесь свернуть надо будет. Вот ща. Короче, танец спецэффектов начнется. И повозка нафиг. Так, вы что делаете? Пошли отсюда. Несомненно. Ну чё к нему ты не пристаешь, а? Дух ты. Иснутора.
Так, сразу говорю, Макис, если погибнет, то он не оживется, потому что это баг. По крайней мере, когда я играл, так и было. Так что берегите, да, Грин. Чё, охотники за головами — это не тролли? Они маленькие тролли, да, детишки? Честно говоря, бред. Так, ну давайте перейдитесь уже туда побыстрее. Этот еще рогок тут прокачивается тоже. Конечно же, плохо. Сейчас мы вернем эту броню и посмотрим, что будет. Может, присоединиться к нам этот отшельник, кто его знает. Большое спасибо! Возьми эту способность! Я так и знал, способность будет. С нами, мать земля! Ха-ха. Точняк. С радостью! Так, ну, это облегчит нам в таком случае уничтожение базы противника. Смелее, мой юный друг. Дальше не получает опыт уже так. Прикажи. Надвигается буря, нас атакуют. Мы же тебя уже убили, ты вообще должен быть где-то в Ордероне. Несомненно. Сражаться против Сильвана. Иснутора. Надвигается буря. Ноют старые кости. Смелее, мой юный друг. Несомненно. С радостью. С нами, мать земля. Да. Несомен. Понял. Иснутора. Такие ворота. Несомен. Теперь нам остается это все уничтожать дело. Несомненно. Умри достойно. Удар молнии. Еще один герой. Мудрые слова. Это не оживляется очень быстро. Эй, тормозите, тормозите! Нихрена вы замочили. Чем могу помочь? Магис, отступай. Сдержись. Орда победит. Ай, отступай! Ваша мать! И куда меня будет... Где куда бежать теперь? Блин, ни хрена не видит. Приступаю. Поэтому я уже на почке хилю. Смиряя мой юный. Слишком яркая. Нафига вот так вот было делать?
проверил бы хоть что ли автор это. Но уже в конец не проверял. Славу Орды! Мудрые слова. Гром и молния! Роды! Иснутора! Незвоны! Несомненно! Исны Аватора! Тихо. Во славу Ордея, мой юный друг. Иснутора. Приказываю. Твою же мать, сваливай отсюда. Понял. Мудрые слова. Убегается буря. Вот так вот они будут постоянно оживляться. Ай, так, Лен! Несомненно. Назад! С нами, Мать-Земля! Ноют старые кости. Иснутора! Незвомен! Черт, майна заканчивается. Несомненно. И у этого мана заканчивается. Во славу Орды. Приступаю. Мудрые слова. Старые кости. Подвигается буря. Ноил старые кости. Незвомен! Да. С нами, Мать-Земля! Быстро же, однако, качайся. Понял. С радостью. Несомненно. Приказывай. Ноют старые кости. Мать-Земля, дождь. Эту башню уничтожу. Мудрые слова. Ноют старые кости. Чем могу помочь? Умри достойно! Приступаю. Незвомен! Тормози! Давайте казарму уничтожать. С радостью. Мудрые слова. С нами, Мать-Земля. Опять эти пидорасы не проснулись. Чем могу помочь? Приступаю. Ай! Во славу Орды! No! Смелее, мой юный друг! Да ёлый, бегишь-то! Да ты же сдохнешь, Магис! Мудрые слова.
я ману восстановил сейчас. Ладно, давайте пойдем за маны тогда. Вот такой вот аосик получается, как видите. Вообще, наверное, стоило уничтожить башню. 8 косарей вообще у главного здания. Надо посмотреть, что еще можно купить полезного. Ну, только эти доспехи. Для Магиса. Надвигается бура. Чем могу помочь? Во славу Орды! Смелее, мой юный друг! Ох, облегчение! Боют старые кости, да? Мудрые слова. Смелее, мой юный друг. Ледяной. Немыфридный. Чем могу помочь? Другое дело. Ноют старые кости. Где тут хилочка была? Из Нутора. Некуда класть. Незломен. Несомненно. Да, вождь. Смелее, мой юный друг. Из Нутора. А, блин, 4 единицы, мам. Мать земля. Так, ладно, пошли, короче. Чё, какая-то сердце. Смелее, мой юный друг. Соплея. 17 левел, нифига прокачался. Короче, обойдем-ка. Вот так. Вот такие вот хитрые маневры. Никто из искусственного интеллекта не догадается такое сделать. И вы хоть что приперлись-то, а? С радостью. И с Нутора. Хотя бы тут щупа безликий не воскрешается. Это уже плюс. Несомненно. Полегче. По крайней мере. Да. Ты чё так спешишь? Мою старые гости. Чем быстрее, тем хуже ж для тебя. Да, вождь. Смелее, мой юный друг. С радостью. Несомненно. Приказываю. Воу, маги стоит и качается дальше. С нами, мать земля. Боже, баг. Возможно. Чем могу помочь? Смелее, мой юный друг. Ноют старые кости. За племя! С радостью! Да. С нами, мать земля. Из Нутора. Блин, ничего не видно за этой зеленой хернями. С нами, мать земля. За честь и отвагу. Земля содрогнется. Какая какашка меня станет, а? Из Нутора. Понял. С радостью. Из Нутора. Умри достойно. С радостью.
радостью. Ну что вообще сделать? Убить главное здание? О боже, это продлится еще довольно долго. Блин, ускорить бы этот процесс, а? Зачем такими крепкими зданиями было делать? А, я же забыл совсем. И про это забыл. Эти даже работают. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, мы уже почти уделали. Блин, задолбал резаться. Блин, задолбали его, блядь. Во славу Орды! За честь и отвагу! Чем могу помочь? Приступаю. За племя! Ты, тварь, сдохнешь когда-нибудь или нет? Земля содрогнется. С нами, мать-земля! Мудрые слова. Во славу Орды! Мою старые гости. Вот тебе. Вот от чего он станет, от деревянной палки. Как он быстро резается, а? Хватит уже так читакать, а? Разумеется, это еще не все. Нужно, блин, все здания тут поуничтожать. Но это уйдет больше года. Образно говоря. Все отвалит, главное. Смелее, мой юный друг. За честь и отвагу! С нами, мать-земля! Приказу! Смелее, мой юный друг! Мною старые кости! Писны Алладора! Осталось немного зданий.
Ждем, ждем. С нами, мать земля. Чем могу помочь? Смелее, мой юный друг. С нами, мать земля. За честь и отвагу. Иснутора. Тормози, куда ты так попёр? Умри достойно. Приведи Аргога. Что за сила ужаса? Сани не могли дописать, что ли? Ай, Аргог. Иснутора. За племя. Да, вождь. Ною старые кости. Во славу Орды. Да хватит его усыплять уже. В кого ты целишься? Смелее, мой юный друг. За племя. Чем мне помочь? С радостью. Черт, нехватка маны. В атаку. С нами, мать земля. Истинный аватар. Так, мы почти все уничтожили еще. А, раз, два, три, пять зданий. Блин, этот Арагог спавнится именно там, где-то башня. Еще она призовет тут всех. Короче, это будет последним зданием, чтобы не париться. Иснутора! Мною старые гости. С нами, мать земля. Да, вождь. Мою старые гости. Да уж, на это много времени потратили. Смелее, мой юный друг. С радостью. Тормози, что ты делаешь? Да. Так, взять ее. Надвигается буря. Если вот так добивать тебя не буду тоже. Смелее, мой юный друг. Истинный аватар. Да нам еще очень нужен будешь, чтоб ты там не мешал наверху. Умри достойно! Не сомнен. С нами, мать земля. Умер, блин, быстро. Смелее, мой армол. Ага, Рагок там. Угроза устранена. Смелее, мой юный, во славу Орды. С радостью. Фух, последнее здание осталось. Несомненно. И все. Ты уже задолбался я. Ну все тут, ну если не все, то почти всю карту обшарили. И такой эпический ролик сейчас будет. Тип
такое предвещало нам продолжение, но однако его как бы нет. Здесь дважды это выполняется, поэтому все дважды будет. Я признаю свое поражение, да это только начало, да скоро на эту землю вторгнутся легионы мертвых. Ну, даже больше. Что, не можешь справиться с тобой без своих мертвых друзей? Храброе сердце. То, однако, для тебя, орк, все только начинается. На, знакомые фразы, да? Сейчас его грохнут еще. Их беги, что ли, блин, идиот. Еще увидимся. Вперед, за ним. Да, вот такой вот баг. А Дагрен, он сзади тебя. Дагрен, нет. Сколько вас гордало, а? Трижды исполнился скрипт. Все. Кампания завершена, точнее акт. Вот такая вот довольно интересная была. Ну вот и кончился четвертый акт. Продолжение следует, однако его нет. Кстати, если есть, может, скажите и скиньте ссылку. При съемке этого акта ни один из персонажей не прост. Спасибо за поддержку форума Blizzard. При съемке этого акта ни один из персонажей не пострадал. По скрипту пишите побольше комментов. Победа. Вот и все, на этом я завершаю прохождение основания Доротара, часть вторая, будет не помню, была третья часть. В общем, уж есть, кто знает. Вот. Собственно, голосуйте в вопросе ВКонтакте, если он есть. Ну, а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.